Помните, как говорил Мухаммад Али: «Я величайший». Во время нашей встречи в Рияде он уже страдал болезнью Альцгеймера. Ему было трудно говорить, но медленно он еще мог общаться. Он сказал мне: «Знаешь, лучшее, что произошло со мной, это болезнь Альцгеймера. Не будь этой болезни, я так и ушел бы в могилу, считая себя величайшим. А ведь это ширк. Аллах остепенил меня. Я не был величайшим. Он остепенил меня».